Послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. Уж не попалась мне душа, уж на солнце пристал. Короче становился день, и солнце таинственный сей с печальным шумом обнажалось. Ложился на поля туман, усей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. А я люблю декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. И деве я всегда сердечно рад, и брюнером, чей розовый наряд порой на ум приводит птицу аркус. Теперь зима в саду моем стоит, как пустота, забытая в сосуде. А тот забытый на столе стоит, а стол забытый по саду стоит, забытый уже синьвы на белом блюде. И вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифму розы, на вот возьми ее скорее. Люблю я дружеские братья, дружеский бокал вина, порою той, что названа, порой меж волка и собаки. А почему? Не знаю я. Теперь беседуют друзья. Ну что, соседки, что Татьяна? Что, Ольга, резвая твоя? Налей еще на полстакана. Довольно милый. Вся семья здорова, гвардь цвели. Ах, милый, как похорошели Ольги печи. Что за грудь, что за душа. Когда это будет заедет, ты их обяжешь. А то, мудрый, друг судьи, ты сам два раза заглянул, а там уж ни ему носа не покажешь. Да вот какой же я болван. Ты к ним на той неделе звал. Я? Да, Татьяна Минина, в субботу Ольга и Матвея не звали. И нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброда. И никого уверен нет. Кто будет там? Своя семья.